Итак, сегодня мы меняем резину с старой на более новую. Потому что старая уже, конечно, капец. Но вы сами знаете, как у нас продают машины. Ну, пришло время, меняем. Сейчас покажу, на что мы меняем. Меняем мы на вот такой вот Мишлен 235-60-18 МС-ка, как он там называется, Пилот Альпин 5, резина САЛ, потому что для внедорожников, потому что машина тяжелая и по-другому никак. Ну, сейчас нам все поменяют и мы поедем. Протектор вот такой красивый. Ну и самое главное, он большой. Вообще мы сейчас находимся на Горюнайке. Это у нас здесь шины, а там дальше продаются машины. Шин полно, все как хотите, выбирайте сколько хотите, какие хотите, размеры есть, но иногда тяжело найти. Вот скажу по себе, я искал 4, вы не обращайте внимания, не брился, потому что воскресенье, кстати, сегодня воскресенье. Искал 4 одинаковые с хорошим протектором, минимум 7 мм, очень тяжело найти и нашел вообще по объявлению, но нашел. Сейчас замонтируют, если все хорошо, напишу человеку, что все хорошо, претензий нет. Но пока так, с гарантией, совсем дали, отлично, меняем, готовимся к сезону. Опа, 23 ноября, первый снег, сейчас будем чиститься. Не знаю, как вы, а я лично снег ждал. Ждал, даже я бы сказал, не так снег, как похолодание, потому что хочется, чтобы было немножко холоднее, потому что для меня это будет хорошо. Ребята, что не говорите, но одну особенность своего автомобиля я люблю. Это то, что здесь электрическая печка. Включил, через 3 минуты начинает дуть уже теплым, через 5-10 в машине уже тепло. При том, что ну, вот это самое лучшее, что есть. Это мне больше всего зимой нравится. Электрическая печка. Даже вебаста по сути не нужна, потому что пока вышел снег, почистил, все, в салоне уже тепло. Даже вот подогрев сиденья и тут не буду включать. Все, можно ехать. Кстати, аккумулятором все нормально, заряжается 14,3. Еще есть несколько ошибок, которые сейчас очень опасны, но мы сейчас поедем их устраним. Так, друзья, случилась история. Заходил сейчас в КВА Панамари, там кое-что прикупить. Вот такое масло такого, арома масло. И я вижу, что у меня в списке больше, а в чеке как-то меньше. Пересчитал, там в машину пошел, пересчитал, вижу, да, действительно, девочка ошиблась и не все вписала. Ну, мне такие подарки судьбы не надо, потому что кто-то теряет деньги, кто-то находит, но таким способом зарабатывать это, я считаю, что это неприлично, потому что потом человек, он свои деньги положит в кассу. Поэтому я вернулся, сказал, девочка очень рада была, благодарила несколько раз, поэтому надеюсь, что вы тоже так будете делать. Итак, друзья, утро начинается весело. У меня вчера сел аккумулятор, потому что в машине сел, генератор сдох. Сейчас стебиху взял, быстренько сейчас все мы подвезу аккумулятор к своей машине и поеду дальше по делам. Итак, аккумулятор вот там оставил, потому что все равно на ней сейчас не поеду. Ну, как ехать, если генератор не работает? Сейчас просто аккумулятор сядет, я даже до сервиса не доеду. Поэтому такая ситуация, конечно, блин. Очень она не кстати, эта ситуация, ну, что поделаешь. Сейчас завезу передачку, решу этот вопрос и потом буду решать вопрос с сервисом. Хотя сейчас буду ехать, у меня есть наушнички, позвоню в сервис, спрошу, примут ли.
Итак, мы завелись, 11,7, заряда нет, это все мы на аккумуляторе едем, ничего не включаю, вообще ни климат, ни подогрев сидений, холодно, включены только ДХОшки, дальний свет в пол накала, и все, и едем, будем чинить аккумулятор и АБС-ку. Все не вовремя, но что поделать, сейчас нам 20 минут мне доехать надо на аккумуляторе. Ой... Ставьте видео на паузу и пишите в комментариях, доеду я на аккумуляторе 20 минут 11 километров или нет. А это еще пробки, это может быть минут 25. Пишите свои варианты в комментариях. Итак, напряжение растет, у меня осталось 10 минут, 4,6 километра, а заряд у нас 11,7 падает. Немного, но я даже включил себе климат, потому что очень холодно в машине. И... я думаю, мы доедем. Потому что часть дороги я выбрал по, можно сказать, по трассе, где можно ехать 90. Поэтому даже, возможно, время сократилось. Ах, нет, 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 только не это, только не это. Здесь пробка, боже мой. Боже мой, как всегда. Там сократил, здесь нет. Проблема. Ладно, едем. Во всей этой спешке, когда ты там спешишь, у тебя нервы, ты такой, не знаю, взволнован весь, да? Ты не замечаешь то, что с тобой происходит. Вот. И доказательство тому сейчас будет, кто боится крови, не смотрите, доказательство тому, вот мой палец. Я рассек палец, я даже не почувствовал. От слова совершенно не почувствовал. От слова совершенно не почувствовал. Я увидел, что я рассек палец, только когда начала капать кровь, я смотрю, блин, а что за кровь, откуда кровь? Давай искать, у меня палец. Я рассек палец просто. Где я это сделал, когда сделал, я даже не заметил. Просто вот этой... Да, вот у человека такое тяжелое состояние, можно сказать. Но я называю это тяжелым состоянием, потому что стресс, такой нервы, спешка какая-то. И вот, вот в этом состоянии просто ты ничего не ощущаешь. Ни боли, ничего. Ты просто знаешь, тебе надо сделать. И ты делаешь, делаешь, делаешь вот это. Это уже не первый раз. Это на этот раз это палец. На... был еще один прошлый раз, там была рука. Весело, просто весело. Ребята, будьте аккуратны. Будьте аккуратны и следите за собой. Ну, а я в пробке стою. Я стою в пробке, мне еще ехать 1,5 километра. Ай, это весело, конечно. Итак, ребята, в общем, я успел. Все нормально, машинку оставляю на сервисе. Вот. Там она стоит, будет ждать. Ну, а я тем временем жду такси. Вызвал Bolt Green. Посчитал, что это будет даже дешевле, чем ехать на CTB. Потому что я уже не первый раз отсюда еду. И раньше на CTB-шке было дороже отсюда ехать. Взял Bolt Green. Приедет у нас Toyota Auris. Не знаю, она не полностью электрическая, это гибриды. Но просто ради интереса Green взял. Ладно, сейчас тогда еду домой и дома вам немного расскажу про ситуацию.